Реставрация деревянной Успенской церкви в Иванове, начавшаяся летом прошлого года, не завершена полностью. Специалисты Департамента культуры и туризма Ивановской области, а также священнослужители в ходе осмотра объекта высказали свои замечания. По данным специалистов департамента, устранять недочеты реставраторы будут уже в рамках гарантийных обязательств. Кроме того, в этом году будет дополнительно выделено около 7 миллионов рублей на продолжение реставрации. Речь идет о восстановлении интерьеров. Но есть еще одна проблема, от решения которой напрямую зависит сохранность самого старого на территории Иванова объекта культурного наследия. Мы сейчас готовим информацию для губернатора с тем, чтобы доложить о ситуации с объектом, потому что одно дело вопросы, связанные с реставрацией, другое дело в настоящее время храм не отапливается и необходимо решение хозяйственных вопросов по обеспечению теплом этого объекта. Пока в целом работы все-таки первая часть у нас закончена, но они признаны удовлетворительными.